Выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса пройдут 18 октября. Сообщается, что сепаратисты намерены избрать руководителей городов и регионов. Причем голосование в Донецке и Луганске представлено как часть минских договоренностей. Президент Украины Петр Порошенко сегодня выступил с резкой критикой решения мятежников. В ходе совместной пресс-конференции с польским коллегой Порошенко назвал выборы незаконными и подчеркнул, что эта затея противоречит соглашению, подписанному зимой в Беларуси. Голосование не санкционировано Киевом, будет иметь разрушительные последствия для мирного урегулирования конфликта, сказал президент. Попытка провести 18 октября фейковые незаконные выборы в нарушение минских договоренностей, нарушение украинского законодательства, критериев ОБСЕ – все это будет означать жесткую атаку Российской Федерации на Минск-2, на договоренности, которые были достигнуты 12 февраля 2015 года. Уверен, это будет чрезвычайно безответственный шаг, который будет иметь разрушительные последствия для процесса деэскалации напряжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Ранее, напомню, стало известно, что проект Конституции Украины, представленный президентом Порошенко, не предполагает особого статуса для Донбасса. И тем не менее, он прописывает, что этот особый статус будет определен впоследствии специальным законом.